Завтра в столице Югры начнется заключительная часть чемпионата России по биатлону. На соревнования приедут лучшие спортсмены страны. Многие из них защищали цвета национальной команды на Кубках мира и IBU. Всего ожидается около 150 биатлонистов. Им предстоит борьба в четырех гонках. Спринт, гонка преследования, масс-старт и эстафеты. Все это олимпийские дисциплины. В первый соревновательный день биатлонисты выйдут на старт спринта. Мужчины традиционно пробегут 10 километров с двумя огневыми рубежами, женщины 7,5. Проследить за ходом гонки смогут и болельщики. С 1 апреля нам разрешили присутствие болельщиков не более 50% от запланированных трибун. Вот. Что касается спортсменов, ну, традиционно здесь в тест на коронавирус, который предполагает всем участникам соревнований, ну и те ограничения, которые связаны, общепринятые ограничения, то есть ношение масок и всего остального, то есть это все есть. Также в рамках чемпионата пройдет и тренерский совет, где наставники команд подведут итоги этого сезона и выстроят планы на предстоящий сезон. Напомню, следующий год у нас олимпийский.